Сегодня я хочу вам рассказать такой лайфхак о том, как исправить неровности на холсте. Часто бывает, мы покупаем холст на подрамнике, кстати, вот так вот он выглядит. А вот так выглядит холст на картоне. Отличие! Так вот, и обнаруживаем, что на холсте есть какие-то неровности, вот выпуклости какие-то. На самом деле исправить это очень-очень просто. Для этого нам понадобится вода и губка, и для того, чтобы все кругом не замочить, можно взять тазик. С обратной стороны холста мы мочим губку, и с обратной стороны холста мы протираем наш холст. И он буквально прямо на глазах очень быстро выравнивается. Рисовать на нем можно сразу. Я надеюсь, тебе поможет это видео. Расскажи, о каких художественных лайфхаках тебе было бы еще интересно узнать. П.С. Твой личный художник.